Нет, с внешней стороны. Здесь, говорю, все сложнее. Хорошо. Вот здесь начинай. Вот. А, сбоку? Да, да, сбоку, с внешней стороны вот этой херни. С внешней стороны. Да как второй же? Второй раз говорю. Вот отсюда, слази еще раз. Так. Вот этот, видишь, херня? Вот с этой стороны. Все, поняла. Монтажники, высотники, и с высоты вам шлем. А за что ж тут держаться-то? Привет. Ногой еще внутри можешь стоять. Ага. Сейчас я найду за что. Сейчас я возьмусь, руки короткие. Вот еще выше. Но я ж не гнусь так. Надеюсь, меня не снимают сзади. Оп. Так, вправо здесь. Все, держу. Подхожу. Можно лететь? Да? Давай. Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда бы не подумали так высоко строить дом! Привет! Кажется, я падаю на голову. Нет, не ветки, только не ветки. Спасибо. Как в баню сходила? Ага. Пойдем. Стоим на ногах, пожалуйста. Да меня же ведет пока все еще. Это понятно.